В преддверии Дня Учителя лучших нижегородских педагогов поздравили на торжественной церемонии в усадьбе Рукавишниковых. В нашей области сейчас работают почти 60 тысяч школьных учителей, и лучшим сегодня были вручены награды и денежные премии. Это такая работа, которая, ну, наверное, от Бога, потому что человек может стать инженером случайно, но педагогом случайно стать никто не может, потому что это действительно неземная любовь к своей профессии удерживает их при всех вот тех перипетиях, которые особенно сегодня происходят. И надо отдать учителям должное. Они, как всегда, делают свою работу, как бы абстрагируясь от всех обстоятельств, которые сегодня являются проблемами для многих из них. Учителя – это же без преувеличения главные люди в нашей жизни. Потому что это те люди, кто нас берет за руки, кто нас ведет по жизни, не просто с целью получения образования, но и с целью воспитания, с целью понимания, что такое жизнь, умение преодолевать препятствия, умение учиться, умение уважать человека.